который вот ты а сам где-нибудь там сейчас накуришься и напьешься, я больше чем уверена. А может быть и нет, может быть я не права. Но если бы ты был тем праведником самым, который ты считаешь, ты бы мне сейчас ответил. Но ты не отвечаешь. Я делаю вывод. Ты бесправедный. Ты несешь людям лжо. Одну ложь. Неправедность. Ты лжешь перед людьми. Ты лжец, которых мало. И мало того, что с женщинами испугался. Ты испугался меня? Ты трус. Ты больной трус, шизофреник. Больной. Я счастлива, а ты несчастен. Ты несчастен только потому, что ты бездарен во всем. То, что ты умеешь делать, многие могут научиться этому. А то, что я умею делать, ты этому никогда не научишься. И ты этого боишься, потому что ты лжец. Потому что перед всеми людьми лжец. И ты лицемер, потому что несешь людям неправду. Ты пользуешься этими людьми, этими инвалидами. Ты через этих людей-инвалидов ты несешь ложь, одну сплошную ложь. Ты стараешься быть хорошим, но никогда ты им не будешь. Только потому, что ты несешь все на показ. Вот посмотрите, какой я хороший. А это все лицемерие, Сережа. Если ты на самом деле праведник какой ты имеешь себя, и каким ты себя считаешь, так это пойми, что ты лжец. Где твое добро? Где твоя праведность? Ни одному человеку ты не помог, а только закопал на дно и на дерьмо, потому что ты дерьмо сам. И запомни, раз навсегда, ты дерьмо. И на небесах будешь отвечать, так же, как и я. Перед Богом, перед Божьими глазами ты будешь отвечать, потому что ты дерьмо.